самый быстрый снежный экспресс. Так ездили на севере во времена Амундсена, так ездят и теперь. Но олени быстро утомляются. Собаки выносливее, но после суточного пробега им необходим длительный отдых. Северу давно нужен легкий снегоход. И вот на снежной целине появились мотонарты. Их конструкция разработана в Центральном научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте. Но рождение снежного мотоцикла произошло более полувека назад, когда русский ученый Нердановский предложил оригинальный проект гусеничных мотосанок. С тех пор конструкция снегохода неоднократно изменялась. Неизменным оставались гусеница для передвижения по снегу и лыжи для скольжения машины. Новый снежный мотоцикл сохраняет основной принцип конструкции. Легкая резиновая гусеница, восьмисильный двигатель, связанная с рулем лыжи, подвешенная на рессор, придают машине маневренность и высокую проходимость. Даже на глубоком снегу мотоцикл развивает скорость до 35 км в час. Управлять мотонартами несложно. Завести мотор, дать газ. Снегоход нужен охотнику и лесничему, связисту для доставки почты, врачу, которого ждут в отдаленном селении. Возможно, появятся спортивные снегоходы. Но, конечно, больше всего новую машину ждут на севере. Может быть, именно мотонарты помогут решить одну из задач освоения севера – проблему пассажирского снегоходного транспорта.